Всем привет, друзья! С вами Ян Трифонов из GameGuru, и я недавно посмотрел фильм «Перестрелка». Завязка у этого комедийного боевика очень проста. Бандюки не смогли договориться. Да-да, действие фильма Бена Уитли, режиссера «Высотки», сводится к заброшенному заводу, мутным типам и ящикам с оружием. С одной стороны, такая камерность не очень сочетается с динамичностью, хотя «Осиное гнездо» поспорил бы с этим утверждением. У тебя два варианта. Первый — ты отвлекаешь, а я сваливаю. Чего? Второй — ты мочишь всех этих ублюдков, а я сваливаю. С бешеным Джоном Уиком данный фильм не потягается ни постановкой драк, ни скоростью. Однако разборки между торговцами и покупателями оружия меня зацепили. Совместите омерзительную восьмерку Тарантино с большим кушем Гая Ричи. Смекаете? Перестрелка берет не вспоротым брюхом, а персонажами и диалогами. Хватай чемодан! Что? Ты ж баба, в бабу стрелять не будут! Черт, виноват! Ах ты говнюк! Каждый из персонажей на своем месте и не перегружен сценаристом лишними деталями. Наркош остается наркошей, а офицер Ира — офицером Ира. Впрочем, я уверен, что боевик от Бена Уитли не зайдет рядовому зрителю, как не зашли агенты Анкл. Тут нет красочных взрывов, шутки порой чересчур тонки, да и декораций совсем мало. Перестрелка — чересчур британский фильм. Впрочем, боевик в такого плана — редкий гость в кинотеатрах, поэтому я рекомендую сходить на него всем, кто хочет знатно посмеяться. Ты что, не подрочил перед встречей? Чё? Я не работаю с теми, у кого ствол заряжен. Хорош базарить. Пошли за пушками. Смотрите наши обзоры по фильмам, подписывайтесь на канал. Всем пока!